после вступления на вас начинают оформляться квартиры одна за одной. Ставка 2200 в сутки, 25 дней в месяц загрузка. А вот слайд про доход за 2 года, если учесть все. Это такие штрихи, которые лучше теперь сделать иначе. Итого получается волшебная цифра. Конечно, у меня сейчас нет на руках полторашки, но по математике и по факту действительно однушка может столько принести. В идеале предугадать, чтобы ремонт был актуален как можно дольше. Вот вы его сделали, чтобы он был как можно дольше актуален. Круто, когда рядом с объектом есть уже инфраструктура, и если она еще там дорастает, то вообще волшебно получается. Здесь была интересная математика за счет вот этой штуки. Первый взнос 0 рублей. Всем привет! Вы долго ждали моего выступления, да? В общем, в секту Николая вступил 2 года назад. Спасибо на добром слове. Действительно имеет что-то общее, потому что после вступления на вас начинают оформляться квартиры одна за одной. Вот. Сейчас расскажу, что за 2 года было с первой квартиры и какие еще были наблюдения за это время. Соответственно, уже знакомое, наверное, разделение однушки на 2 студии. Из изначальной планировки в планировку для сдачи. И здесь моменты, которые сейчас бы я сделал по-другому. Это не ставить диван, ставить только кровати. И при входе в студии ставить железные двери из Леруа. Сейчас они стоят в районе, по-моему, 12 тысяч. В сравнении с межкомнатной за 8-9 это не так много. При этом у жильцов впечатление абсолютно отдельного помещения, совсем необходимым, как квартира. Итак, математика была следующей. Покупка за 3 800 с первым взносом 571 тысяча рублей, с платежами до сдачи, с ремонтом и, в общем, суммарные инвестиции были 1 800 000 почти что. И это, да, как оно и было по факту, это осень 2017 года. Расчет был следующий, ставка 2200 в сутки, 25 дней в месяц загрузка. И с вот такими расходами. Платежи по ЖКХ, комиссии управляющей компании, платеж по ипотеке и так далее. Кое-что в реальности стоит еще в расчеты добавлять. Это налог 6% и страховка, как говорил Антон. Страхование жизни, если у вас ипотека, каждый год нужно продлевать. И с учетом всего этого получается 13,7%. Это если, так сказать, в короткой перспективе. Далее будет слайд про то, как это на самом деле. Здесь несколько фотографий ремонта. Как я уже говорил, лучше не диван, а кровать. И не там, деревянные двери, а металлические. Это такие штрихи, которые лучше теперь сделать иначе. В такой конфигурации это сдавалось чуть больше, почти год это сдавалось. То есть 2 соседние студии, 1 кровать, 1 диван. В остальном они похожи по всему остальному. И потом я сопоставил статистику по каждой из этих студий, и получилось, что гораздо лучше, ну, заметно лучше сдается та, где кровать. Вот такая дверь, примерно она в Леруашке. Приводит в восторг арендаторов, и они считают это абсолютно автономной территорией, когда снимают. А вот слайд про доход за 2 года, если учесть все. Все, что позволяет сделать недвижимость, позволяет заработать. За 2 года по этой квартире тело кредита было погашено на 103 200 рублей. То есть ипотека на 20 лет, платеж по телу кредита в этот период просто минимальный, там 3-4 тысячи, но за 2 года это уже ощутимая штука. А потом налоговый вычет, 260 тысяч рублей имущественный налоговый вычет и
90 тысяч по процентам. Тоже приятно. Рост стоимости квартиры 560 тысяч. Это если продать сейчас сразу в путь. Не ждать, а выставить и продать. И прибыль от аренды 491 тысяча. Итого получается волшебная цифра. Конечно, у меня сейчас нет на руках полторашки, но по математике и по факту действительно однушка может столько принести. Ну, если продадите, будет. Да, да, да. И получается, что при вложенном 1 787 000 плюс полтора, 42%. Простая доходность, скажем так, до продажи, это 13,7% годовых. И, естественно, после первого опыта начал рассказывать друзьям, и был сделан еще один объект. Двушка рядом с третьим транспортным кольцом, недалеко отсюда, возможно, даже в окно видно этот дом. Тоже для посуточной аренды. Все то же самое, были учтены моменты по ремонту, везде стоят кровати, кое-что сделали более стилево. По ремонту вообще такая штука, что в идеале предугадать, чтобы ремонт был актуален как можно дольше. Вот вы его сделали, чтобы он был как можно дольше актуален, потому что будут новые предложения, будут более свежие квартиры, поэтому здесь нужно очень внимательно к этому отнестись, потому что ремонт – это ваши гости, ваши арендаторы, что посуточно, что долгосрочно, и ваши затраты, текущие на содержание квартиры. И чем квартира качественнее сделана, тем меньше она требует денег на рекламу, на мелкие ремонты, и тем дольше, стабильнее живут там люди, и тем приятнее эти люди. Здесь была интересная математика за счет вот этой штуки. Первый взнос 0 рублей. СМП банк, ставка 9,6%, первый взнос 0 рублей. Из-за него получается огромный ипотечный платеж. Сколько он там? 103 тысячи. Но в этой стратегии с вложениями в 2 миллиона рублей можно запустить двушку 60 квадратных метров в Москве, рядом с третьим кольцом. И получается, что на руки доходность со всеми пунктами, про которые теперь известно, с налогами, здесь налог 4%, поскольку для самозанятых, страхованием жизни и так далее, получается 5-4%. Но если учитывать, что каждый месяц в среднем на период ипотеки в 20 лет квартира себя выкупает на 45 тысяч рублей, доходность совсем другая становится на всем периоде. И здесь еще не учтена инфляция и то, что квартира дорожает. И, соответственно, обобщенные выводы, которые за два года сформировались в голове и немножко могут менять направление действий. Это покупка объектов, которые удобно изменять в ходе ремонта, делать перепланировку. Это либо апартаменты, либо квартиры на втором этаже над коммерческими помещениями. Также в расчете того, сколько будет приходить денег, учитывать все-все-все моменты. И классная фишка получилась, что с квартирой в Химках, что с квартирой на Автозаводской, не так далеко отсюда. В Химках это был новый дом, и вот этот период от сдачи, когда все делают ремонты, и там плюс 3 года, дом обживается, в нем открываются магазинчики внизу, и он переходит из новостройки в новую вторичку. И это увеличивает цены. Также через 2 года, по-моему, там откроется станция МЦД, Московские центральные диаметры, станция Мега. И даже в Москве, как оказалось, это возможно, потому что, вот, например, территория завода ЗИЛ, и здесь изменилась инфраструктура, откроется парк развлечений, Леруа Мерлен открылся и так далее. Круто, когда рядом с объектом есть уже инфраструктура, и если она еще там дорастает, то вообще волшебно получается. Как я уже сказал, очень внимательно относиться к качеству ремонта, потому что
ремонт будет, и там месяц, два, три, важно его сделать качественно, и потом как можно меньше, чтобы он требовал вашего внимания. Этот пункт родился после того, как я увидел кейс Николая с разделением 30 квадратных метров на три студии. После этого у родственников удалось реализовать стратегию 30 квадратных метров на две студии. Я как бы уже горд, но не три студии, а две. И да, последний пункт. Для покупки активов нужно меньше денег, чем кажется. Я так поприкидывал в голове, и у меня сложилось впечатление, что недвижимость – супергибкая история для инвестиций. Например, можно купить что-то сравнимое, например, с ПИФом. ПИФ обычно, по-моему, покупается на 3 года. Это если купить новостройку, будет примерно то же самое. Там есть риск. Вырастет, не вырастет, что будет по срокам. Там нет рисков, связанных с арендаторами, еще с чем-то. Купили, достроился, продал. У меня почему-то пришла такая аналогия в голову. Есть вариант с минимальными вложениями, там, скажем так, пенсионная история, то, что называется. 2 миллиона за двухкомнатную квартиру в Москве. Да, сейчас доход небольшой, но в будущем это будет полноценный объект, который будет приносить в месяц 117 тысяч, да. И меньше денег, чем кажется. Соответственно, при покупке первого объекта в Химках, однушки, у меня было 700 тысяч рублей, и не было места работы, где я мог бы взять ипотеку. 700 тысяч рублей, когда тебе 21 год, это Солярис. Ты, скорее всего, покупаешь себе Солярис, и ты счастлив. Но, соответственно, также я знал, что у моего брата есть столько же, потому что нам, к счастью, равно досталось. И я знал, что мама может взять ипотеку. Соответственно, соединив несколько факторов, которые оказались прямо под рукой, мы с братом первый объект запустили, уговорили маму взять ипотеку, и все это заработало. Потом маме пришел налоговый вычет, мама сказала, идея была классная, 350 тысяч, мне нравится, что там еще можно сделать. Давай я подругам расскажу. В общем, вот такой вывод, что очень гибко, очень, как оказалось, доступно и в целом очень защищенно, потому что, по моему сейчас впечатлению, можно заработать много на недвижимости, если все-все-все узнать заранее, что, кстати, здесь и происходит, выбрать объект, запустить и так далее. Можно, если там сначала ломануться самому, сделать что-то не так, но все равно недвижимость подорожает. Возможно, получится, что доход чуть меньше, но, как я понимаю, минусы, но очень надо талантливо потрудиться, чтобы он случился. Вот. Есть какие-то вопросы? Давайте в перерыве зададим вопросы. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Давай. Меня зовут Руслан Шинкаренко. Я 2 года назад узнал о проекте Николая и проходил у него обучение. В данный момент занимаюсь инвестированием в квартиры и апартаменты, и также управлением своими апартаментами и апартаментами клиентов. Получил тогда фундаментальные, на мой взгляд, знания по выбору объектов, по стратегиям функционирования объектов и глобально по подходу и расчету ресурсов, которые нужны для покупки. В обучении понравилось то, что в ходе курса не только удается прийти к кейсу, к приобретению и запуску объекта, но и в обучении есть информация, которая позволяет оценивать и ориентироваться на рынке недвижимости, в будущем выбирать другие объекты, другие стратегии, благодаря тем знаниям, которые приходят. Очень большой набор стратегий дается, и
исходя из ситуации, которая есть в тот момент, когда проходишь курс. Самым сложным, как, наверное, часто бывает, является то, чтобы поверить в возможность инвестирования, приобретения большого числа объектов, запуска, набора дополнительных объектов для управления. И получилось, что спустя 2 года после курса функционируют 5 студий, где я являюсь долевым собственником, и также с друзьями мы управляем 29 студиями клиентов в Москве и Подмосковье. Начинать, быть уверенным в том, что это доступнее к реализации, чем кажется на первый взгляд. Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость, создания пассивного дохода, то я приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода». За 2 дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты, которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег, чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты, как их находить, как находить то, что почему-то продается дешевле рынка, как получить самые выгодные ставки по ипотеке, как не платить ипотеку несколько месяцев, как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче, каким образом соблюсти все требования законодательства, как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги, как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости. И еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге, которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на YouTube. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке. Это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас.